Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Thank you.
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать.
сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже? Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как вы, стоит. Зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты на него дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. А гибисты? От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию, в день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Я че ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлую войну побежали было. А там заградотряд. И всех-всех, баб, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в плен его взяли. А это же значит, семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Подходи, посмотри хоть. Может, обновишь арсенал. Давай, парень, я дешево продам. Сам понимаешь, тут не до прибыли. Но где ты такие подходи, нашел парень. Бы? Покупай! Есть кое-какое оружие. Зажигательный. Вот бы купил кто и подходи, бандитов посмотри поджать. Хоть. Может, бывай. Обновишь арсенал.
что хорошо. Патронами армейскими, понятно, стреляет. Магазин можно большой поставить, оптику. Что хочешь, в общем. Ты подходи еще. Поможет. Тут нет никого. Короче, брателла, давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, раздвигай ляжки! А ну чё ты? Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, казак? Эй, пацаны! Вы там как? Справляетесь, да? Может, посадить? Вы чё, бля, увлеклись-то? Стас! Косой! Вы, бля, где? Ну чё ты там, бля, копаешься? Все 100 раз обшмонали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще. Ну барахла вон, мля, сколько, они чисто протыкаем. Ну ты, мля, давай там шурши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. А хорошо сейчас пошло, жирно. Западло, мля, точила женщина. До хаза мы их стопудово не добрём. Но жаба, мля, давит. Западло. Тебе мирно жить. Ща. Думали в большом метро жизнь сахар. Мы тут и без вас голоду пухнем. Ничего, скоро пашеньки с красными резню начнут. Ну тут-то мы разумнёмся. Кому война, кому мать родна. Лады, а чё с этими-то дальше делать? Мелко и баб. Брать, праздновать. Мужиков того почитать. Слыхали, лошьё, что мужики или бабы? Баб вроде сказали, пока поберечь. А если мужики, то всё, извиняй. Я мужик, а ты скот. Ах ты, сука, ну на, бля, балык. А ты, лошара, ты кто мужик или баба? Я мужик, это баба! Баба! Ну, спускай портки тогда. Крыса. Нёркой будешь. Ну, что-то реально тут. Движняк какой-то. Братишка, развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Спасибо, брат. Теперь развяжи. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша.
Понятно. Долго копается. Делов-то. Я гляну на, если не покажутся. Значит, гнилая тема. Понял на. Чё за ботва? Чё за точила, мля? Пацаны, мы походу здесь не одни! Братва, ищите, сука, терпил! А ну иди сюда. Вышли! Жмур! Братву мочат!
Ну чё, бля, двинули? Что двинули? Куда, бля? Ты чё, бля, опуха ще в натуре? На стрём! Бугор сказал, если шныряк голову расщёлкает, спросит, как суп. Чё, бля, без базара, двинули. Чё за ботва? Чё за точила, бля? А тут чё? Всё пучком, пацанчики! Найдём стопудово! Вот папа! Так и жмурятся. Семеро уже нахрен. Реально тухлая тема. И главное, западло норы затыкать бестолку. На сочи один хер прут. Точняк, а выход на Венецию нам, бля, полюбас нужен. Да, встряли мы тут. Ладно, бля, поканавай их пацанам. Лады, брателла. Там в том туннеле вообще реальное западло на постое. Нас тогда пятеро шло, ну чисто все крестья лахма с фонарями. Ну и как за поворот чисто зашли, все, тушу свемля, началось. Впереди чисто мама на какой-то. Это черный, сука, понял? Мы в него раз и фонари все сразу багровой шляпой накрыли, сука, ты понял? Я пацанам чисто, что за ботва, типа вы тут как, че, бля? Ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто не. Ну так типа, глухо, знаешь. Я чисто такой пацан. Ну чё тут как? Ну ничего себе. Они мне такие. Слышь, а ты не в курсах, чё Бугор вел, слухи он делал? Стрёмно так, реально. Ну я вспомнил, у меня это чисто зажигалка. Я такой, чё? А они, бля, сидят на полу, бля. Хавальники раскинули, и туман этот чёрный в них, бля. Из них, бля. Изюрка, ну, Семенский, ну карифан мой, тут чисто чё, как заорет. Глаза, бля, режет. Выбил зажигалку на, я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с концами. Жесть, бля. А мне, короче, друган рассказывал. Про хозяина туннеля, типа, слыхал? Не в курсах чисто, а что там? Там такая залипуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях.
если к туннелю крайнему подъедешь... Ну типа, пацаны такие у костра греются или чё? Короче, иногда один мля встаёт реально и уходит в туннель. И всё. С концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригадой ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда мля намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так мля позвали, полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, мля, рассказал на. Аж холодно стало. Чаю, мля, выпить или чё? Чё?
Ладно, позже расскажешь. А пока выходим на фарватеры и полный вперед на базу.